Ну а сейчас, друзья, мы будем разводить чудо-порошок и смотреть на действие. Так, как бы нам поставить камеру? А вот так мы ее поставим, да? Видно же? Да, видно. Кружка. И видно чудо-изолятор. А если вот так чуть-чуть, а не видно ебла. Хуёво. А вот так. Видно кружку, не видно протеина. Ладно, похуй. Самое главное, был виден протеин. Открываем. Блять, открывать я больше всего не люблю. Блять, как-то я хую знаю. Мне пакетами, блять, проблемы всегда. И сыпем, внимание! У нас даже есть очищенная вода. На сколько миллилитров, я хую знаю. Надо 300. А я не вижу, наверное, ослеп. Ну и похуй. Значит, маха. Так. Наливаем. Сколько? Не вижу нихуя. Бля, я, наверное, 400 налил. Тут мерка, блядь. Ну ладно. Налили 400 грамм. Первый скуп. Один скуп. Скуп — это вот это. Хуяк. Есть. И, внимание, полтора скупа. Вот так. Маха. Внимание. Маха что-то учуял. Маха. Маха учуял протеин. И пришел на протеин, как говорится. Вы видите эту морду? Он же тоже хочет протеин. Где ты, блядь? Он съебался. Ладно. Нет, протеин кошкам ни в коем случае нельзя. Нет, нет. У нас живодерства нет. И еще хуярим. Еще сюда. А потом туда. Насым. Хлеба покрошь, снега, капота. Нет, нет, это нет, не Red 21 или как Red, когда он там квас варил или что там, нассал, потом похлебку варил, блядь, что-то там плевал. Нет, у нас чисто культурная программа, ребят. Нет, нет, нет. Это я шучу. Нет, такие вещи ссать нельзя. Ни в коем случае. И вообще, это запрещается делать в прямом эфире. Это хуёво. А спорт пить — это оскорбление. Нет, протеином так не занимаются. А потом... Бля... Блять, что-то чуть протекает, блять. А потом так сбалтываешь, сбалтываешь, знаешь, какой-то как бармен, блять, вот так, во, во, вот так вот крутишь, блять, чуть ли не нахую. Я так не умею, конечно. Это дохуя надо тренировки быть, чтобы была. Тренировка должна быть. А у нас тренировка только другая. И вот так вот. Вот, видите? Даже можно молоточек качать. Молоточки, знаете упражнение? Молоточки, вот они, вот оно упражнение. Раз, 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 раз. Бицепс надувается. Все. И потом. За спорт, за спорт. Спит, блин. Не выговариваю нихуя. За спорт пить! 57! О, бля, заебись.
И, конечно, можно чуть-чуть поменьше водички, чтобы чуть похуже была. А бьется охуенно. Правда, чуть пенится. Чуточки. Блять. Не разлить бы, блять. Ну, ебаный в рот, блять, залезай ты туда. Блять, камера ебаная. Вон, пенка. Чуть-чуть пеночки там. Вот сколько... Не, неплохо, неплохо. Пенка даже, смотрите, на губах. Как вот парное молочко вот раньше было. Была у меня корова Зорька. Вот, хорошая корова. Ну, в смысле, корова — это животное, Зорька — корова. Вот, я раньше, когда пас коров в деревне. Вот, и мама всегда, я когда пиздюком был, и мама всегда с утра и вечером доила корову. И парное молочко прям такое выпьешь, оно тепленькое такое прям. Заебательское, прям выпьешь залпом, аж здесь вот на губах эти, пенка, вот, блядь, то же самое почти. Ну, шоколад, шоколад. Так что вот это мы все дело ополоснули. Нет, закрывать ни в коем случае нам нельзя. Надулся! Вот он! Ну, бицепс, конечно, надувается. Ну, а на самом деле, я скажу, изолят — это самая вещь. Вот, а на вкус вот этот изолят, он шоколадный. Очень пьется вкусно. Вкусно пьется. Без проблем. И на вкус шоколад. И это самое, как его. И не проблемно усваивается. Вот, Маха паркур делает, блядь. Маха делает паркур, блядь. Ну, что? Скажи что-нибудь. Камера. Да, скажи, все заебись, все хорошо. Советую. Ну и все. И в завершении, что я вам скажу. Покупайте спортпит. Не думайте, что это анаболики. Анаболики — это совсем другая уже система. Вот. Так что это вещь очень нужная. Кто вот в всей сфере качалки. Так что всем советую, а особенно спортмикс 57.